поздравляю всем с праздником. День семьи. На Брестской набережной в День семьи было шумно и весело. Создать хорошее настроение гостям и жителям города постаралась администрация Ленинского района совместно с общественными организациями, службами и предприятиями. В центре внимания были любимые каждой семьей малыши. Ну а папы и мамы, как и полагается, были рядом и поддерживали своих детишек, не скрывая радостных эмоций. Отношение родителей к детям, отношение друг к другу, отношение к окружающим, к родине, все это закладывается в семье. Сегодня в Ленинском районе проживает 1402 многодетные семьи. У нас две семьи, в которых по 9 детей, и две семьи, в которых по 8 детей. Ну, в остальных 3 и более. Я хотел бы, чтобы у каждого ребенка пожелать была семья, чтобы семья была полная. И чтобы все в семье были здоровы. Очень хороший праздник, добрый, душевный. Вообще такие эмоции, когда выступают дети, когда они участвуют, они самые, наверное, искренние, естественные и хорошие. Публику ждали выступления юных артистов, различные игры и конкурсы. Неподалеку расположились тематические зоны, где малыши могли почувствовать себя настоящими художниками и найти себе другие, не менее увлекательные занятия. Символичным в разгар праздника стало и появление на набережной молодой семьи, которая по счастливой случайности зарегистрировала свой союз именно в этот день. Поздравляю всех с Днем Семьи, желаю, чтобы у них были крепкие, любящие семьи. Любви вам, счастья, любите друг друга и цените. Поздравления, адресованные семьям, звучали в этот день и от сотрудников Управления юстиции. Руководство и коллеги не могли оставить без теплых слов многодетных матерей, которые к тому же хорошо зарекомендовали себя на работе. В этом году мы решили расширить наши горизонты и пойти в наш коллектив. У нас по области среди 200 работающих 13 семей многодетных, где есть 3 и 4 ребенка. Но мы решили, помимо всех мероприятий проводимых, еще почествовать наши вот эти семьи многодетные, наших работниц, которые выбрали достаточно тяжелое направление юридической профессии – это принудительное исполнение. В основной своей массе – это судебные исполнители, работницы. И они, конечно же, достойны, чтобы сегодня уделили им внимание. В таком мероприятии принимаю участие впервые. Было очень приятно. Выражаем благодарность Главному управлению юстиции за подарки, за такое чудесное мероприятие. Ну и надеемся в дальнейшем, что государство будет оказывать и в дальнейшем поддержку многодетным семьям. Поздравить счастливые дружные семьи в один из самых добрых праздников лично пришла и начальник отдела ЗАГС Брестского горисполкома. Каждой семье достались не только теплые слова и пожелания, но цветы и приятные подарки. Что хотелось бы пожелать им в этот праздничный день? Тем семьям, которые только создались, им огромной-огромной любви, мира, добра, взаимопонимания. А те семьи, которые уже имеют большой стаж, им, конечно же, пожелаю также крепкого здоровья, успехов в их семейном нелегком труде, благополучия, взаимоуважения, взаимного терпения, взаимной выручки, всего самого-пресамого доброго. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.